Центр изучения общественного мнения Europa-MAPAS подготовил рейтинг государств мира с самым патриотичным населением. Согласно инфографике, опубликованной на странице организации в Instagram, граждане Азербайджана заняли первое место среди народов, готовых в любой момент встать на защиту своей родины. Таковых 85%. На втором месте – граждане Грузии, 76% которых готовы в любой момент защитить Отечество. На третьем месте – граждане Финляндии с 74%. Поразительно, но финны обошли даже идущих на четвертом месте граждан Турции, которые всегда были известны своей твердой решимостью отдать жизнь за родину. Украина в этом почетном списке на пятом месте, 62% граждан страны готовы отдать за нее жизнь, не задумываясь. Армении в первой десятке данного рейтинга нет. Что касается Азербайджана, то такие цифры вызывают чувство гордости. Но первенство Азербайджана вовсе не случайно. Вся страна, все ее граждане долгие годы жили мечтой о возвращении оккупированных территорий. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был в Азербайджане жизненным кредо для граждан. В ходе победоносной 44-дневной войны люди старались помочь армии, чем только возможно. Военкоматы страны были переполнены, автобусы с солдатами, ехавшими на фронт, останавливались людьми, которые спешили передать продовольствие, сигареты, да все, что только можно. В том не было никакой нужды, ведь азербайджанская армия обеспечена всем и с лихвой. Но речь тут шла о желании и готовности каждого гражданина хоть чем-то помочь, приблизить миг великой победы, которая в итоге настала. Подпишитесь на наш канал Udra News и будьте в курсе всех событий.